Приветствую всех на своем канале, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня у меня на мониторинге два бокса без вложений. Первый серфбокс. Значит, регистрация здесь простая, логин, email, пароль. Входим по логину и паролю, вставим цифровую капчу, попадаем в кабинет. Значит, это наш профиль. В настройках мы указываем платежные реквизиты, кошелек Payeer, нажимаем сохранить. Вкладочка рефералы находится наша партнерская ссылочка. Так, обратная связь. Здесь выбираем тему, если надо будет вопрос задать. Далее сюда коротенький текст. Не забываем вставлять свой логин, чтобы было администрации легче как бы вас найти. И здесь уже стоит почта ваша. Цифровая капча. Нажимаем «Отправить». Вчера не было, появился вот чат онлайн. Давайте посмотрим. Внимание, так, не нарушать правила чата, спам, фулт, оскорбления запрещены. Вот, как замечательно. Значит, здесь теперь серфинг. Ну, серфинг простой, давайте коротенько просмотрим ссылочку. Так, 5 секунд, нажимаем. Нас перебрасывает на страничку, ждем отсчет времени. И выбираем циферку 37. Просмотр засчитан. Закрываем. Так. Ой, секундочку. Так. Сейчас. Не то закрыла. Так. Далее. Здесь есть 4 бонуса. Кликаете на баннер. Вас перебрасывает на страничку, как бы, да. И там, так, ну что-то не получается. Так, нет, подождите. А вот возвращаемся, здесь вкладочка «Получить бонус». Так, «Получить бонус». Ага, и вот здесь бонусы. Нажимаете «Получить». 1, 2, 3, 4. Там нужно подождать несколько секунд, потом перейти на сайт и уже там разберетесь. Мне некогда тратить время на бонусы. Так, вкладочка «Вывести». Вывод здесь минимальный от 3 рубля. Нет. Так. Минимальный вывод здесь вообще-то от 2 рублей. Сюда сумму Payeer вывести, так. Для рекламодателей вкладочка «Пополнить», пополняйте, вводите сумму, нажимаете «Пополнить», и вам на рекламный баланс капает денежка, так. И рекламировать, здесь можно как бы рекламировать свои проекты, название, описание, ссылочку на сайт, выбираете время, так, и 2 копейки стоит 1000 просмотров. Ой, один просмотр, 2 копейки, это 1000 просмотров, 20 рублей. Это очень дешево. Нажимаете «Создать», ну и там уже разберетесь. И вот это мне, вот посетители, обратите внимание, мне вот эта фигня понравилась. Значит, смотрите, сайт, добавленный в данный раздел, будет показываться пользователю после получения бонуса. Нажимаем «Добавить ссылку». Так, секундочку, сейчас рекламку свою закрою. Значит, здесь название, ссылка на сайт, да? 1 копейка просмотра, это 1000 просмотров, 10 рублей. Нажимаем «Разместить». Это супер, да? Это круто. Так, ну что, с этим буксом разобрались. Уже пользователей 1103 человека, работает один день, ну, здесь сколько серфинга. Следующий серфинг. Все, так, серфер Су. Здесь и регистрация, и авторизация по соцсетям. Вот 1, 2, 3, 4, 5. Я через «Одноклассники», нажимаю на «Одноклассники». И также я регистрировалась. Значит, авторизация через соцсети. Так. Вот теперь «Одноклассники». Появляется окошко. Тоже крутой такой нормальный букс. Значит,
Здесь сразу находится партнерская ссылочка на домашней страничке. Далее, что здесь у нас? Так, профиль, серфинг. Здесь достаточно много серфинга, очень много. Посмотрите. Так, ну тоже нажимаете, вот сюда вас перебрасывает на страничку, идет отсчет времени, нажимаете цифру, какая нужна, и денежка засчитана. Для рекламодателей, кто рекламирует свои проекты, вкладочка «Пополнить Payer Freecasa», вводите сумму, нажимаете «Пополнить рекламный баланс». Так, далее что? Вкладочка «Вывести». Здесь вывод от 1 рубля. Так, вводим Payer кошелек, сумму, заказать выплату. Вкладочка «Рефералы». Значит, опять же, ссылочка и гиф-баннеры. Так, и есть бонус. Не знаю, я вчера получала бонус. Будет мне еще сейчас бонус? Нет, следующий бонус будет доступен через 8 часов 16-15 минут. Так, ну и выход. Вот такой вот букс. Народу здесь, конечно, уже много. Есть группа ВКонтакте. Значит, здесь статистика. Так, последние 10 пользователей и последние выплаты. Букс платит все замечательно. Кому интересно, пользуйтесь. Вы потом будем все это проверять. Буду делать видеообзор. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.